Ребята, я просто настаиваю, чтобы вы посмотрели этот ролик до конца. Это просто какая-то жесть. Мега-дроп из боксов, такого вы еще не видели. Сегодня нам просто нереально везло, просто как могло. Смотрите до конца. И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush. Ребята, сегодня со мной подписчик Ваня. Ваня, Ваня, привет. Привет. В общем-то, собственно, пацаны, это тот самый Ваня. Мы уже выпускали ролик с ним, который копит просто без донатов кучу серебра на свой аккаунт. В прошлый раз мы открывали 200 боксов на его аккаунте. Нифига не выпала аркада. Но сегодня мы попытаем удачу еще раз, в общем-то, потому что я очень сильно хочу, чтобы аркана все-таки дропнулась из бокса. У нас есть 20 косарей серебра, и сегодня мы будем пытать удачу вместе с Ваней. Он не донатил эти 20 тысяч серебра. За сколько ты накопил? За 3 месяца. За 3 месяца. 3 месяца, чувак, копил серебро, чтобы дать мне на открытие. Ребята, сразу лайк, подписка на канал обязательно с колокольчиком. Ну а мы погнали к ролику. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Ну что, Иван, у нас есть 10 Furious боксов, мы их можем открывать? Или ты их хочешь оставить? Там еще Origin. А, один Origin, тут уже 10 удаленных кейсов, офигеть, можно, да, открывать их? Да. Давай начнем с Ориджина, просто сладенький кейсик, давай. Treasure Hunter нам просто сразу в студию, пацаны, ролик, скорее всего, будет долгий. Но я надеюсь, мы уже второй раз, это у нас уже в сумме будет 410 боксов с тобой, получается. 410 боксов, если с этих 410... А, Famous Fury, какой просто... Охренеть, охренеть, братик. Если с этих 410 боксов нам не выпадет, блин, аркана, но это уже будет, по-моему, край. Потому что я за свою жизнь столько этих боксов открыл, и, ну, реально, ни одной до сих пор арканы я так и не получил. Ты когда-нибудь выбивал аркану из бокса? Опа, стоп, Лего? Нет, не Лего. Я думал, Лего, блин, братачик. Выпуск бы вообще очень круто начался. Выбивал, нет, из бокса аркану? Нет еще. А какой у тебя максимальный дроп был? Просто помню, когда мы в прошлый раз открывали, тебе особо там ничего сильного такого не выпало. Ты когда-нибудь там, не знаю, легендарку из бокса выбивал? Эпик только. Эпик? Но я выбивал легендарку один раз, это был SM-1014 Некромантер. Он, кстати, по-моему... А, нет, он не здесь, он не в Фуриусе. Так, ну что? Блин, я надеюсь, что сегодня чего-нибудь догодное дропнется, братанчик. Очень хотелось бы сильно на это надеяться. Но Standoff 2 в последнее время вообще не выдает из боксиков. Я просто, прикинь, я предвкушаю. Вот мы сейчас 10 боксиков с тобой всего открыли, а у нас еще впереди целых 200. Я так бы хотел, честно говоря, чтобы с удаленной коллекции что-нибудь выпало. Это, блин, было бы вообще супер. Вот сейчас, если прикинь... Famous Fury, ты бы хотел просто, представляешь? О, подожди, рарка, не рарка. Да блин, между двумя рарками. Ты же знаешь, да, что Ерок выбивал, ну, типа, из бокса арканку. Из Rival бокса он выбил этот... Юмбис, да, но это охренеть можно. Я после этого главной целью для себя это сделал, понимаешь? Я гоняюсь уже за этой арканой из бокса просто миллион лет. И я надеюсь, что когда-нибудь мы просто это запечатлим на видео. Просто прикиньте, пацаны, вы такие просто копите, играете бесплатно, открываете бокс, а вам оттуда аркана дропается. Это, по-моему, имбища еще та. Ну, Empire, давай-ка нам просто М4 Bubblegum. У нас есть по 50 штук каждого бокса. Сейчас мы открыли, пацаны, мы открыли 10 удаленных и по 50 штук. То есть тут, короче, сразу вам, не знаю, надо заваривать чаечка, короче. Вот такую вот литровую кружку чайка. Потому что ролик, скорее всего, получится долгим, но очень интересным. Кому не нравится, как открываются боксы? Кейсы всех уже задолбали. Боксы — это лайк. Боксы — это имба. Боксы — это бесплатно. Донатить не надо. Все супер-пупер классно. Я боксы вообще обожаю, пацаны. Обожаю. Но пока что боксы нас не хотят сильно особо-то и радовать, потому что падают одни анкомоночки, блин. Ванёк, что скажешь, Ванёк? Слушай, а вот у меня вопрос такой. Ты вот, типа, очень быстро как-то копишь серебро. Ты, может, расскажешь пацанам лайфхак, как быстро копить серебро в Standoff 2? Я в день минимум 3 часа играю. Минимум 3 часа. И сколько серебра ты в день фармишь примерно? У рекорд 750. 750 серебра за день. Пацаны, напишите в комментариях, какой у вас... О, баблгамчик пролетел, такой сладкий. Напишите в комментариях обязательно, какой у вас рекорд по выбиванию серебра, типа, за один день. Я... А ты, кстати, рекламу смотришь? Ну, типа, чтобы получить серебро дополнительно. Да. Ну, то есть, ты на аккаунт не донатил, да, вот на эти боксы? То есть, ты все чисто его накопил по-честному, да? То есть, да, за игру только. Ну, это...
Это уважуха. Как у тебя вообще терпения хватает копить? То есть, слушай, ты в реальной жизни тоже так же там денежку копишь или нет? Или тратить любишь больше? Тратить. Тратить, ну понял. Блин, я вот вообще не умею копить. Мне кажется, если бы я даже взялся за это, да блин, как он байтит на эпике, ну всякие. Если бы я даже взялся за это, мне кажется, фиг бы я вообще смог накопить, когда нормальную сумму. Давай! Ну, пожалуйста. Блин, пацаны, давайте, короче, 20 тысяч лайков, и я на своем аккаунте накоплю много-много серебра без доната, и, короче, сделаем с вами открытие просто. Вообще, может, знаешь, по такому открытию, мне кажется, стрим устраивать. Я, кстати, устраивал один раз стрим на своем канале, мы открывали 300 кейсов в прямом эфире. Как думаешь, сколько аркан нам дропнулось? Ты смотрел этот стрим вообще, нет? Стой, ну... Смотрел? Да. И, ты помнишь, сколько аркан всего дропнулось с 300? Не помню, ни одной вроде. Нет, там штук 5 дропнулось нам, но это очень мало, это 300 кейсов, ты прикинь. Вот тут, кстати, боксы как будто знаешь, в хорошем сегодня... Да-да-да. Боксы сегодня... Боксов мы тоже там штук 200, наверное, открывали. Мне кажется, сегодня, кстати, боксы в хорошем настроении, братанчик, потому что, как бы, ну, пока что, в принципе, на ленте очень много, и аркан пролетает, и байтит очень много на эпике, на легендарке. Мне бы хотелось уже увидеть первый нормальный скин, не дефолтную комонку, анкомонку, а нормальный скин, пожалуйста, можно хоть один дропнуть. Давай вот, Empire боксик, ты же хороший, славненький. Эмочку нам, кицунку, как бы, подгони, блин, на видосик, по-братски, давай просто... Завезем контента. Так, короче, я сейчас звоню. Подожди, админам звоню. Админам звоню. Пу-пи-пи-па-па-па-пи. Сейчас, чуть не беру. Алло, да. Алло, здравствуйте, админы. Axelbolt, здравствуйте, да. Мы тут вот с Ваньком, с подписчиком. Ой, что-то палюсь. Мы с Ваньком, с подписчиком. Сейчас на его аккаунте боксы открываем, короче, 200 штук. Можете, пожалуйста, подкрутить? Вот у нас сейчас Алик Бум как раз пролетел. Можете его подкрутить нам, пожалуйста? Вот ID, да? ID 67772215. Можете, пожалуйста, подкрутить? Пожалуйста, 200 боксов открываем, но нам надо нормальный дроп, да? Куда пошел? Все, понял. Сказали, подкрутят. Все, подкрутят. За что они-то? Короче, ладно, ребята, окей. Давайте, открываем. В принципе, арканки пролетают, на ленте есть, но пока что Ванек вообще, честно говоря, не густо. Не густо, не густо по дропу. Очень даже грустно. Ну ты надеешься на... Вот как думаешь, какой нам сегодня самый дорогой скин выпадет? За сколько? Ну что это будет? Легендарка, эпик или рарка? Как думаешь? Легендарка. Думаешь, легендарка выпадет? Да. Слушай, ну легендарка это была бы прям лютая имба, потому что легендарочки всегда ценятся, и тем более из бокса, блин. Ну, а мы тем временем, ребята, продолжаем как бы крутить. Ну, смотри, блин, о, подожди, стой, давай эпик, стой, стой, ты как ты так делаешь? КР-12 руар нам нафиг не нужен, нам нужен эпик, алло. Ну, давай хотя бы эпик, опа, нет? Да ты посмотри, он даже на этот, на рарку, блин, просто уходит. Я, честно говоря, не понимаю логику боксов, потому что происходит так, что когда нужно долететь, он останавливается. Когда нужно остановиться, реально, там писечку просто письку остается. Он просто берет и перелетает. Вот так вот. Меня просто байтит постоянно так на арканы. Мне до арканы вот так вот. Просто малюточку. Один перекрутик. Вот просто буквально миллиметрик и арканы из бокса. Во, во, видел раш. Вот так мне говорят админы. Вот смотрите. Рарка, эпик и, конечно же, нам выпадает М40 Cursed Fire. Слушай, Ванек, я уже забыл, честно говоря, с последнего нашего разговора, сколько мы с тобой... Ой, сколько ты играешь в стендов вообще? С какого года? Сколько лет? Блин, я не помню. 3-й год вроде. И ты всегда вот так копишь серебро? Нет. А вот эти боксы, которые ты нам давал в прошлый раз на открытие, ты их типа первый раз, да, начал копить серебро и вот сразу нам дал на открытие? Да. Слушай, ну это уважуха. За Ваньку за это лайк надо поставить, ну под этим роликом, соответственно. Ванек, ты же примешь, да, благо, ну типа уважение, респект от зрителей, под, ну, в виде лайка под этим роликом? Конечно. А сам-то лайки ставишь, точно? Да. Хорош, хорош, бро. Ладно, мы едем дальше, пацаны, открывать. G22 скилл, какаха, какаха еще. Да, ну нам нужно что-то нормально. Ну дайте тут такие. Скины-то красивые, нам нужен окуп. Я хочу просто, чтобы Ванек. Вот реально, три, вот понимаете, типа логику боксов. Ты 3 месяца играешь, потеешь в стендов 2, копишь огромную тучу серебра и просто тебе, ну, не выдает нормальный дроп. Я считаю, что это очень грустно. И пора бы, Axelbolt, исправлять данную ситуацию. У нас уже, кстати, Empire боксики потихоньку подходят к концу. Да, осталось буквально 10 штучек. Да, 10 штучек осталось, все. Let's go, 40 мы открыли. Пока что за 40 боксов ни одного нормального дропа. Это осознавать очень грустно. Но у меня есть вот эта вот замечательная водичка. Удачливая, это живительная вода.
Смотрите, это буст такой, пацаны. Вид буста в стандом 2. Я взял, попил водички живительной и погнал. Погнал открывать боксик. И просто берет и выпадает, конечно же, Фабэм Cursed Fire. Что может еще из боксов стандов 2 выпасть? Ничего! Я не понимаю, мне опять админом позвонить или что? Я просто не понимаю. Ты серьезно издеваешься, бокс, или что? Давай! Рарку! Хотя бы рарочку, хотя бы просто рарочку, что мы видели. Ну что такое Empire? Бокс просто. Сосет Бибу, он не дает нам, он даже анкомонки просто не ставит. Ванек, как думаешь, какой, по-твоему, бокс самый вообще лучший в стендов 2? Фейбл. Почему? Я кейсы открывал, на нем больше шансов. А мне вот фейбл вообще никогда не дает, типа, я хочу бабочку себе постоянно выбить, никогда не выбиваю. Ты выбивал ножи, кстати, в стендов 2? Нет, я открыл 50 кейсов и ни одной арканы не упал. Понял, ну сейчас мы все это исправим, сейчас будет аркана, брат, из бокса. М40 Cursed Fire, фигня какая-то, фигня полная. Empire у нас заканчивается, пацаны, потихонечку. А, надеюсь, полоса неудач с эмпайрами. За 50 боксов ни одного нормального дропа тоже заканчивается. Последний эмпайр боксик. Если ты не даешь, то ты признан официально самым худшим. Потому что, ну, это ужас какой-то. Просто невозможно, блин. Невозможно это... Стой. Да, конечно. Да сейчас он будет стоять, ага. Просто... Вот вы видите, просто писечка перелетает, и это ненормально. Мы поехали к фейбл боксам. Если Ванек как говорит, что фейбл самый лучший, то фейбл, пожалуйста, давай, вот так вот, как в ТикТоке движение. Пацаны, танец, обряд шаманов. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Следующий этот обряд не сработал. Смотрите, мы бустим. И начинаем жестко, короче, флексить под диалоги тет-а-тет. Раз, забустили, и... Диалоги тет-а-тет до утра заши... Сработало! Что? Что сработало? Иван Золов всемогущий помог. Первая рарка, Ванек. Ванек, что думаешь? Как тебе мой обряд, который реально сработал? Все шикарно. Фейбл радует. Все, ладно, погнали. Следующий буст, пацаны. Это будет буст горловым пением. Почти сработал! Прям забайтил на эту, на рарочку. Надо, короче, чуть погромче петь горловым пением. Не, это не работает, пацаны. Мы сейчас не будем, короче, нагружать диалогами тет-а-тет, короче. Это наш секретный буст, когда все будет плохо. Мы будем петь под диалоги тет-а-тет, жестко флексить, короче, и все будет четко. Давай вором хотя бы. Да блин, он чисто джангл ставит этот фейбл. Так, вот здесь поживительно. Опа. Просто одни комонки, но это неправильно, я считаю. Если считаете, что это неправильно, и в боксах должны выпадать одни арканы, если... ставь лайк, в общем-то, если хочешь, чтобы из бокса выпадали одни арканы и легендарки. Ну не комонки, а комонки, которые уже всех задолбали. У меня по 30 тысяч этих комонок на инвентаре лежит, и Ваньку, блин, он 3 месяца играет в надежде на то, что ему даст потом эту ту самую заветную арканку. Мы Рашу дает невезучему, блин, открывать. Надо Ерокс было Ванёк давать, он умеет этот арканы выбивать из боксов. Чё думаешь вообще? Он не отвечает, когда ему пишет. А, то есть я этот, как, второе звено, короче, да? Типа, Ерокс не ответил. А, спасибо, Ваня, спасибо, это грустно прозвучало сейчас. Ладно, ну в любом случае... Нет, пацаны, я 7 заметки писал, но ты единственный ответчик. Понял. Ну хорошо. Какую песню мне можно спеть, которая призовет аркану? Барбарики, давай. Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а на них большие башмаки. Не сработало, но брат, М4 самурай была. Давай еще раз проверим буст с диалоги тет-а-тет, может сработать, давай. Диалоги тет-а-тет до утра... Нужно чувствовать. Зажили были. Ладно, понял, не сработало. Окей. Деньги пахнут пусси, а в сумках Беркин только нал. Стринги, а в стрингах нашел. Вот это уже лучше, пацаны, что-то чувствую. Чувствую прилив энергии просто. Деньги пахнут пусть, а в сумках Биркин только нас. Стринги, а. Ну как же он просто, сколько же всяких крутых скинов на ленте. Ворам, кстати, очень красивый скин, мне нравится, блин. АКР Ворам классный. Так, окей, давай, братик. Нам нужен уже нормальный дроп. Ну просто между эпиком и раркой, блин, падает говно всякое. Что за произвол вообще? Я просто не понимаю. Стендов 2, по-моему, с ума сошел чуть-чуть немножечко. Так, давай. Давай, мужик, давай, пожалуйста.
стоп. О, да, эпик, да. Эпик, эпик, хорошо. Эпик есть, им Церберус выпал, братик. Фейбл пока что радует. Он и рарку дал, и уже и эпик дал, слышишь? Следующая легендарка по традиции, пацаны. То есть нам Эмпайр дал... Стой, стой, давай еще одну. Эмпайр нам давал камонки анкамонки, Фейбл дал рарку и эпик. Сейчас по факту либо Фейбл, либо Райвел, либо Скорпион должны дать легендарку, а потом и Аркану. Пацаны, ну если дропнется Аркана, я просто обосрусь, мне кажется, на месте. Просто обосраться и не встать. И не жить. Но сейчас будет жрать прям очень жестко и ничего не давать, потому что, ну, дал только что эпик. Я считаю, что это так работает, блин. Практически невозможно два крутых скина подряд. Да? Нет, блин, ладно. Окей, 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 окей. Кумир выбивал два эпика подряд в двух разных боксах. Ерокс выбивал Аркану. Нам тоже нужно выбить за сегодняшнюю серию рарку, Аркану, легендарку и эпик. Все, короче, выбить, все в кучу, ребята. Было бы просто шикардосно. Стой. Ай, так как так, а? Ну почему нельзя остановиться просто вовремя, братичек, братулечечек. Ой, Веном пролетает, Ванечек, Ванечка, Ванечка, снимаешь? Да, звоню админам. Папа-пи-пу-пи-па-пу. Акселбос, здравствуйте. Мы выбили уже из фейбл-бокса две рарки и одну, один эпик. Можете, пожалуйста, Легу подкрутить и этот, и Аркану. Аркану нам вообще обязательно. Что нужно для Арканы сделать, алло, Акселболт? Спеть песню Михаила Шуфутинского? Ого. Окей, все, до свидания. Пип-пип. Я календарь переверну и снова... Не работает, Акселболт, ты обманули. А может, они просто не успели подкрутить на этот кейсик? Окей. Давай, пожалуйста, просто, ну умоляю, ну у меня уже, я уже устал открывать вас. Мы еще даже 100 не открыли, охренеть, пацаны. Стой, блин, юмбист пролетел, то... охренеть. О, он прям предыдущий был, слышишь? У меня все-таки вот эта идея держится в голове, открыть 1000 боксов и сделать, ну, сделать это на стриме, короче, задонатить на 1000 боксов и сделать это на стриме. 10 тысяч голды это будет стоить, я думаю, что если вы соберете под этим ролик 20 тысяч лайков... Ай, юмбист же тут еще опять! 20 тысяч лайков, то я сделаю это, ребята. Сделаю это. 20 косарей лайков с вас, ребята. Мы можем это собрать вообще просто как два пальца об асфальт. Я вам говорю, просто обоссать даже, я бы сказал, как два пальца обоссать. О, беспроигрышный вариант, братик. МП7 оффроуд залетает. Браво, брависсимо, браво, брависсимо. Сегодня у нас боксы в хорошем настроении. Эпик выбил, Ванек, что думаешь? Ничего, следующий легендарк. Давай. Опа. Опа, еще Dragon Glass. Dragon Glass Deagle. Хорошо. Три раки, пацаны. Все, все. У меня есть вера в то, что сегодня выпадет просто реально годнота. О, еще одна рарка. Да что происходит? Райвел, что вытворяет, слышишь? Третья рарка. Ой, вторая рарка и два эпика и две рарки уже выбили из Райвел бокса. Охренеть, четыре рарки и три эпика. Потом семь нормальных скинов уже выпало. Я не хотел, но читерство присутствует, пацаны. Да маме деньги неси, да маме деньги неси. Да маме деньги неси. Да маме деньги. Сработало! Ты что за пустые силы? Брат, рарку дало. Оно работает, пацаны. Походу, вот эти замечательные танцы надо применять всегда. Осталось 50 скорпион боксов, и я честно надеюсь на Аркану, брат. Все, давай. Аркана пройдет. Так, окей. Давай, let's go. Пусти туси на джуси, джуси маме на тузи. Джуси, джуси, деньги, деньги, мани, мани, туси, джуси. Ой, не любит эту песню инстасамки, ведь или сильно жопу показал. Хз, пацаны. Алло, Акселболт, у нас остается буквально 18 кейсиков, боксиков. Стоп. Лего, 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 мужик, 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 Лего. Слышишь, Найтвульф, Найтвульф выпал. А я говорил? Я начал только Акселболтом звонить, они сразу подкрутили.
Брат, ну надо аркану теперь добивать. У нас осталось 15-17 боксов. Чё думаешь? Мы выбили уже все сегодня почти, кроме арканы, брат. Кроме арканы нужно. Пожалуйста. Аркану, прошу. Брат, у меня через сердце колотится, лего выпало, охренеть. Мы выбили сегодня вообще очень годный дроп. Очень годный дроп с боксов, брат. О, Ванёк, сегодня твой день. В честь нашего дня рождения. Так смотри, мы, короче, выбили с тобой 3 эпика, 1 легендарку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рарок. Ух, брат, ну все, 4 боксика остается у нас, самый последний. Давай, давай всю ауру свою включай. И начинаем, короче, выбивать просто аркану, пацаны. И сейчас решается судьба арканы, арканы из бокса. Давай, пожалуйста. Ну пока что фигню вообще ставит полную, короче. И давай, аркану. Еще одна рарка? Нет, ни одна рарка еще, все, никакой рарки не будет. Рарки не будет, бокс жад. Эпик, еще один под конец, брат. Я не знаю, что это за выпуск. Это просто какой-то жесткий, мега жесткий выпуск. 4 эпика, 1 лего и 7 рарок. Охренеть, пацаны. По-моему, сегодня открытие удалось. Мне кажется, еще 50 боксиков бы, и все. Мы бы просто реально взяли и забрали аркану из бокса, пацаны. Ну что, 20 тысяч лайков. Мы продолжение снимаем, ребята. 20 тысяч лайков, еще сделаем стрим, где 1000 откроем боксиков прямо на стриме. И я думаю, что за 1000 боксов мы точно на стриме выбьем эту аркану. Ребята, все. Ванек, тебе спасибо большое за то, что нам предоставил свой аккаунт. Блин, братанчик, ты красава. Да, все шикарно прям. Все, понял, ребята. Ну что, лайк, подписка на канал, обязательно с колокольчиком. Ну а прямо сейчас тыкай на этот ролик, ведь он получился очень классный, и я над ним очень сильно старался. Смотри его, братанчик, до конца. У микрофона был Раш, сегодня был со мной Ванек, бокса мастер. И все, ребята, всем пока-пока. Пока.